Здравствуйте, рада всех приветствовать, мои хорошие. Сегодня мы поработаем над трехмерными картинками. Они очень интересные, такие своеобразные. Мне понравились некоторые, вот я решила вам их подготовить. Посмотрите, пожалуйста, что такое трехмерная картинка. Сегодня мы нарисуем с вами лес. Вот такой вот прекрасный. Значит, светло-серый, темно-серый и черный. Мы будем работать сегодня с черным и белым цветом. Вот и все. Нам понадобится палитра, нам понадобится черный-белый цвет гуашь. Будем смешивать. А перед этим сначала первое, что мы сделаем, да, здесь такая путаница, прям лес удаляется вдаль. Значит, нам нужно не пополам разделить, вот представьте, вот здесь пополам. Вы чуть-чуть ниже опускаете, проводите вот такую линию. Потом еще проводите линию. Пусть они такие кривые, неровные, ничего страшного, с бугорками, все это нормально. И нам на дальнем плане нужно нарисовать вот этих два серых дерева, светло-серых. А дальше все мы будем выполнять просто кисточкой. Мы уже достаточно с вами деревья рисовали, поэтому мы спокойно можем их выполнить без карандашей. Первое дерево, вот если мы пополам разделим, даже здесь вот если пополам, да, от середины нам нужно вот здесь наше дерево указать. Смотрите, мы сейчас рисуем вот такую огромную ветку сюда можно, вот так вот. И начинаем выполнять вот такие вот линии. А потом можно их добавлять. Мы кисточкой еще их разрисуем побольше, не бойтесь. Вот такое вот дерево. А другое дерево на этой стороне, прям посередине. Вот мы пополам разделили, прям посередине мы рисуем. Точно так же вот такими линиями и уходим сюда куда-то. А эта ветка идет сюда. Вот так вот мы можем с вами нарисовать наше дерево. И как-то вот сюда. Вот мы с вами выполнили. Все, больше ничего не надо делать. Приступаем к цвету. Для этого что нам нужно? Нам необходимо взять белый цвет. Белый цвет. Развести его с черным. Сейчас мы разводим немножечко черного цвета. Белый с черным разводите. Разводите. Молодцы. Развели. Смотрите, какой он у меня получился. Очень темный. Нужно еще светлее сделать. Опять набираем белый цвет. Смешиваем чуть-чуть и начинаем рисовать. Заполнять это пространство. Прям вот кисточкой смело закрашиваем это все. Можно делать бугорочки, возвышенности такие. Вдалеке вот такой у нас дальний план. Все это делается быстро, легко и просто. Закрашиваем. Кстати, небо остается белым, да? Даль у нас такая остается абсолютно белой. Можно тут же где-то еще добавить веточки. Вот таким образом. Вот мы с вами и закрасили.
Молодцы. Что теперь делаем? Теперь мы берем опять же белый цвет и добавляем в него черный. Делаем темнее тон, вот этот второй. И покажу, где мы будем рисовать деревья наши. Вы сравните, да? Ага, вот у меня темнее получился. Как раз этого достаточно. Теперь смотрите, одно дерево рядом, вот тут где-то, а второе здесь, вот с краю. Вот начнем с этого дерева. Мы его начинаем рисовать. Вот так вот ветки можно указывать. Прям сверху. Вот таким образом. И наши веточки куда-то туда уходят. Вот таким образом. Прям не бойтесь, корягу такую рисуйте. Возвышенность здесь идет. Здесь какая-то возвышенность. Водичку добавляйте. Угу. Немножко можно еще дальше. Вот так вот здесь можно добавить. Поэкспериментируйте. Так. Там трава вдалеке. Вот так вот просто можно ее указать. На наших горочках. И здесь тоже. Вот такое вот дерево. Прекрасно. Что дальше? Дальше вот это дерево у нас, оно вот здесь будет. Отсюда мы его рисуем вот сюда. Да, ствол сначала. А потом начинаем ветки рисовать. И сюда куда-то наверх. Вот так вот. Вот как. Как бы переплетаются они друг с дружкой. Вот такая вот красота получается. Молодцы, сделали. Ну все. Остается еще травку немножко подрисовать. Вот здесь вот, да? Вот так вот просто кисточкой вдалеке добавить. Готово. Теперь берем черный цвет. Черный цвет. И черным цветом рисуем на самом переднем плане все. Заполняем. Вот так вот закрашиваем здесь. Вот так вот. Бывает такой цвет, прям что-то не прокрашивается, да? Вот так вот можно. Вот. Смело прям. Вот так. Теперь что мы еще делаем? Рисуем дерево прям вот тут посередине. Видите, оно где? Между этими деревьями мы рисуем ствол большой, широкий, и уходим нашими ветками наверх. Вот они, веточки наши, сюда веточки, здесь вот веточки переплетаются. Сюда наверх уходит наше дерево. И тут еще ветки. И закрашиваем. Вот такое вот дерево на переднем плане. Еще сюда можно. Высоко. Вот так. Ну что? Вот я его нарисовала. И в другой стороне, прям с краю, вот здесь, мы рисуем вот здесь еще один ствол. Вот так вот нарисовали. И туда дальше ушли. Вот они, веточки. У основания толще.
а дальше они тонкие. Ну, вот так. Вот и все. Вот такая вот кривизна. Деревья разные бывают, такой сказочный лес. Все, все готово. Ну что, желаю вам удачи. Надеюсь, у вас все получилось. Все легко и просто. До скорых встреч. Рисуйте с удовольствием.